Только христианство защищает такие традиционные ценности, как семья, в противовес безнравственному современному миру. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя? И кто братья мои?» И, указав рукою своей на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат, и сестра, и матерь. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. И враги человеку домашнее его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Вот что Христ животворящий делает. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. И враги человеку домашнее его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня.